Гранд Каньон национальный парк, лес. Опять мы увидели лес, как в Брайан Каньоне. Знак какой-то интересный. О, лось. Олень. Через 25 миль, возможно, встреча с оленем. И стоит знак, что 25 миль в час тут можно ехать. Потому что на дороге возможен лед. Но вообще 32 градуса уже, может что-то и начать прихватывать. Да. Интересное путешествие-то получается. Я бы сказал такое, знаете, не постненькое, а с открытием, с изюминкой. На все сезоночки-то по льду поездить, а? Так вот. Ладно, движемся мягко, не торопясь, но цепко. Но цепко. 23 мили в час ползем. Никто не обгоняет, дураков нет. Не, вот спроси нас, да, а мы скажем, что мы довольны. Вот ей-богу. Вот если бы дождь шел, было бы хуже. Потому что снег – это красиво, а дождь – это мокро. Поэтому в парках лучше попадать в снег. Смотри, какая красота. А еще если посмотреть в глубину каньона, а он 30 километров в ширину, и в глубину 2 километра. Это же вообще глобальная зрелище. Если еще и солнышко нам включат, это вообще будет. Опять-таки мы чуть-чуть сами себе немножечко завидуем. Честное слово. Вот, парк мы еще не въехали, мы все еще на подъездах к парку. Но было указание 25 миль в час. Не умничаем, едем 25 миль в час. Через 1-2 мили Station Ahead. Прямо. Вход будет, да, видимо? А, да, вход в парк через полмили. Сейчас узнаем, может нас заставят цепи одеть. Ой, погремим цепями-то, ой, погремим. Но не хотелось бы, если честно, возиться с цепями. С другой стороны, опыт тоже хорошая вещь. Обратите внимание, они поставили временный знак. Вот как, видимо, следят за прогнозом, все-таки очень заботливо, да, вот... О водителях в этой стране проявляется забота, потому что вот временный знак был поставлен предупреждающий заранее. Там горел знак, что 25, аккуратнее лед. Ну, то есть вот о нас думают, что мы не в обочине оказались и там уже начали вспоминать про все на свете, а вот чтобы мы все-таки доехали целые и здоровые. Вот это приятно. Забота о господах отдыхающих и просто жителей страны. Это трогает такая забота. Все, 15 миль в час, сейчас будет въезд в парк. Сейчас все мы узнаем. Узнаем всю правду. Вот так организован въезд в национальный парк. Здесь проверяют талончики. Но у нас абонемент, поэтому нам немножко проще. Мы предъявим вот такой абонемент. И нас должны пустить. Дяденька сказал примерно следующее, что я бы в нашем месте никуда не поехал. Но уж коль вы едете, вы же, наверное, знаете, как ездить по этим дорогам. Вот, но ничего вы не увидите. Поэтому хорошего дня и be careful, короче. Enjoy, наслаждайтесь. Вот мы и наслаждаемся. Ползем дальше. А нам деваться некуда, нам 44 километра еще. Как хочешь, а надо до гостиницы ехать. Поэтому изучаем зиму в Гранд Каньоне. Как-то так. Ну, в общем, вид это красивый. Посмотрите, как красиво, а. Не знаю. Конечно. Ага. Так, следующий уровень сложности. Скользко, снег, туман. Интересно, а следующий какой будет? Скользко, снег, и еще тряпка и стекло нам закроют? Не знаю. Ну, в общем, вот так вот забавно. Видимость так метров 50. Иду по приборам. Иду по приборам. Да, точно 50, угадал, смотрите. Глаза появляются. Глаза появляются, да, на 50 метрах. О! Гелендваген. Первый раз, кстати, увидел. Сегодня BMW, кстати, видел, и Гелендваген. Удивительно. Удивительно. В основном тут здесь General Motors и Toyota. Ну и Форды иногда встречаются. Примерно как вот мы сейчас едем. Ладно, продолжаем движение. Аккуратненько. Ползем. Ползем, да, ползем. Вот знак «Горный лев», пожалуйста, Пума. Здесь Пума может переходить вам дорогу. Но переходить дорогу — это хрен, пускай переходит, что называется. Главное, чтобы она не бросилась. Это же горный лев, он же может и броситься. Продолжается наше приключение с катаниями. Вот впереди идущая машина еле въехала на склон сейчас.
Правда, мы тоже не шибко сильно тут горцуем, а равномерно движемся. В общем, приключения продолжаются. Цепь встать пока неохота. Но они у нас есть. Да-да-да, кстати. Они у нас есть, но ставить не хочется. С цепями очень медленная скорость, по-моему, до 10 км в час только можно ехать максимум. Вот. А мы сейчас все-таки 30 идем. Поэтому пока медленно, аккуратно сползаем.